Розы прививают любовь к природе, а шипы – уважение. Антон Лигов, российский писатель и педагог. Говорят, что перед тем, как похолодать, на какое-то время теплеет. Вот и мы попали в Кричевский район как раз в золотую осень. И прежде всего восхитились красотой природы. Главную кричевскую достопримечательность – дворец Потемкина 18 века – в этом году уже посетили более 20 тысяч туристов. И они имели возможность прогуляться по историческому парку, который недавно воссоздали. Известно, что у хозяина дворца Григория Потемкина здесь работал известный английский садовод Уильям Гульд. И вот он непосредственно занимался разработкой этого парка. Точно известно, что наш парк носит черты древнего Старопольского парка. В советское время от красивых деревьев и цветочных партеров ничего не осталось. Новый парк создавался уже после реставрации дворца. Благодаря гранту Международного экологического фонда в этом году здесь провели экомодернизацию. Реконструировали котельную, установили энергосберегающие фонари, высадили новые растения и сделали арт-объекты, чтобы создать вокруг дворца территорию экотуризма и чистой экологии. Таких мест в Кричеве, конечно, не одно, и это отрадно, что вот этот вот замечательный парк зеленых насаждений находится в городе, именно в черте города. И это очень важно для экологии, для здоровья и для воспитания молодого поколения. В экопарке позднее осеннее цветение, где каждый листок словно цветок. Этой осенью в Кричевском центре творчества детей и молодежи «Кречут» открыли новый проект по экологическому и энергосберегающему просвещению под названием «Экоэнергетика». И это тоже малый грант глобального экологического фонда. Как это будет на практике? А достаточно просто, соединив экологию с экономикой. Ну, скажем, была лампочка. Мы ее называли «Лампочка Ильича». Это обычная лампочка. Сейчас потом появились энергосберегающие лампочки, потом появились светодиодные лампочки, которые все менее энергозатратны. Ну и людям, понятное дело, что нужно объяснять, в чем преимущество, как в эффективности по энергосбережению, так и в цене. Понятно, что лампочка, возможно, стоит дороже, но потребление электроэнергии значительно меньше, что приведет, естественно, к экономическому эффекту для обычного гражданина. Такие проекты в центре считают маленькими шажками для большой пользы стране и даже планете. Сведениями о том, как экономить на пользу себе и экологии, дети поделятся с родителями, бабушками и дедушками. В центре готовятся к конкурсам экопроектов, а в объединении по интересам «Живая береста» идет работа. Ребята занимаются третий год и с успехом участвуют в республиканских творческих конкурсах. Юлия, скажите, неужели в наш век смартфонов, телевидения и всего остального дети все еще интересуются берестой? Да, так и есть. Посмотрите, живое доказательство тому. Почему? Как вам кажется? Ну, это сродни ближе к природе, это рядом с домом, это то, что мы видим каждый день. Вы ходите через парк, вы приходите домой. Это близкое, родное, свое. Вот, белорусское, кричевское. Береста своя, кричевская. Прежде чем сделать, к примеру, берестяных бабочек, нужно уметь расслоить природный материал. В общем, работа непростая, но, кажется, детям действительно нравится. И она связана с природой и экологией. Не знаю, как другим, но мне интересно. Почему? Мне нравится природа. Когда ребята задают мне вопрос, а что такое экология, как этим заниматься, нужно ли этим заниматься, я всегда отвечаю так. Мы учим вас любить природу и жить с ней на равных, не доминируя. И после занятий по бересте в осенний парк на прогулку. Я люблю очень сильно природу и люблю собирать листья, люблю осень. Как нам сохранить эту природу? Есть ли у тебя рецепт? Ну, ухаживать за ней, не сурить, чтобы было чисто. Поменьше пластика использовать. Ну и самое главное, следить за ней, за чистотой. Я хочу, чтобы наш Кричев остался таким же экологическим,
красивым. Кричеву задает тон, конечно, Сож, большая и красивая река, даже поздней осенью. Левый приток Днепра, общей длиной почти в 650 километров, протекает по территории Украины, России и Беларуси. Экологи наблюдают за рекой, ведут мониторинг в условиях изменения климата в сторону засушливости. Есть и другие экопроблемы, которые не решить одним махом, но которые требуют постоянного внимания. Руководство министерства, руководство областного комитета ставятся задачи во многих направлениях по экологической обстановке. Но в основном заостряется вопрос на наведении порядка на земле, на борьбе с инвазивными видами растений, на обращении отходов производства. А суть остается одна – бережно относиться к природе и не быть равнодушным. Думать про то, что делаешь. Как раз думают о том, что делают на самом крупном предприятии района, открытом акционерном обществе «Кричевцы Метно-Шифер». Это даже одно из самых крупных предприятий страны. 5 филиалов, больше 2000 работников. Новый завод по производству цемента сухим способом работает, но и про экологию здесь тоже помнят. Для улучшения экологической обстановки на предприятии в 2018 году в августе месяце было введено в эксплуатацию сооружение для регулировки выбросов диоксида азота. Данная установка позволяет уменьшить выбросы диоксида азота в атмосферный воздух, тем самым улучшая экологическое состояние в районе и в целом в республике. Производство и экология существуют рядом и часто противоречат друг другу. Возможно ли их разумное сосуществование? На этот вопрос трудно ответить. Человек нуждается и в том, и в другом. Но производство может использовать новые технологии для того, чтобы сократить количество вредных выбросов и минимизировать ущерб. Лесная дорога ведет к еще одной кричевской достопримечательности, на сей раз природной. Светлый колодец или Святая Криница, так называют это место, недалеко от деревни Прудок. Первое упоминание о Святой Кренице датируется 18 веком. Значит, здесь проходили различные обряды, здесь младенцев даже купали, мамы. Здесь проходили обряды крещения. Светлый колодец заключен в большое бетонное кольцо, из которого через трубу и вытекает родниковая вода. Воду здесь берут часто и большими бутылями. Говорят, что на ней только ставят огурцы и кричевские хозяйства. Ну, говорят, да, что закатывают огурцы, кричевские хозяйства на этой воде, и они очень вкусные, хрустящие. Это место, кстати, находится совсем недалеко от цементного завода. Здесь проводятся туристические слеты, и именно заводчане следят за его чистотой и порядком в округе. И мы здесь делаем объявление именно для жителей Кричева. Соблюдайте чистоту, не мусорьте. И вы видите, что вот там столики сделаны, беседки, ремонт мы провели, беседок. Вот. И, как правило, сцену вон красивую сделали, покрасили ее. То есть здесь и концертные программы мы проводили, когда был туристический слет. Хочется, чтобы было чисто. Ну и, по крайней мере, вот я уже 30 лет. Если это было 5 лет раньше, здесь мусора было много, то на сегодняшний день смотрим, что, ну, люди стараются, чтобы это было по-европейски. Экология в современном мире должна занимать первое место в списках приоритетов человечества. Потому что как мы живем, чем мы дышим, что мы пьем, что мы кушаем, это наша жизнь, наша экология. Человек начинает абсолютно думать по-другому. И видя то, что творится кругом, то, что улучшается обстановка, где ухудшается, он старается жить лучше. И помним, чтобы любоваться природой, нужно бережно к ней относиться, пока она нас не поцарапала, как прекрасная роза острыми шипами. Берегите ее и уважайте.